Кончина Бесрезена близка. 10 лет миновало с тех пор, как эти земли омыли потоки крови, пролитой в великих войнах. Гномы потерпели страшное поражение. Половина народа укрылись за огромными руническими вратами, а оставшиеся впали в безумие, ожидая Рагнарёк. Трон империи занимал никчемный монарх, который вместо управления страной оплакивал потерю любимой супруги и единственного сына. Хаос грозил империи, лишившейся наследника. Скорбь и уныние воцарились на земле. Ну что, всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня я начну новое прохождение Disciples 2, самой крутой части Disciples по сравнению 3-4 с нетихо курит в сторонке. Да, конечно, я играл в третью часть, и мне она понравилась, но понравилась только исключительно последний патч. Если бы она вышла именно таким, такой, какой она вышла, именно последний вариант, я думаю, не было бы так плохо, как это выглядело с самого начала. Но вышло, что вышло. Ну ж, начнем мы новую кампанию, новую сагу, и будем играть, конечно же, в первую очередь за Империю. Давайте продолжим. Да, канун Рагнарёка в первую очередь, конечно же. И будем играть, естественно, самым сложным. Назвал себе, короче, фот. Будем играть, конечно, за Повелителя Воинов. Да, можно было бы, конечно, взять Повелителя Воров, но, к сожалению, мне больше нравится, или к счастью, именно Воины. Потому что он и летает, и быстро бегает. Ладно, не будем тормозить. Давайте посмотрим, что нам предстоит сделать. Великие войны. Более 10 лет прошло с тех пор, как завершились первые великие войны. Когда демоны ада вырвались из заточения, имперцы сделали все возможное, чтобы отразить дьявольское нашествие. Но их возлюбленная королева была убита, а Утер, единственный наследник престола, исчез. Лишь объединенные силы империи и горных кланов, вооруженные знанием древних рун, запечатали врата преисподней прежде, чем падший вырвался на волю. Угроза со стороны орд нежити отпала, когда король гномов Стурмир был обезглавлен в бою. Месть Мортис была завершена. Неестественное подобие жизни оставило тела ее слуг, и они пали на землю, из которой поднялись. Барды не осмеливались складывать сказания о тех несчастьях, которые принесли великие войны. И лишь ветер приносил истории об оживших ночных кошмарах. Ну ж, к сожалению, тут... А, надо было, наверное, нажать. А хотя не, смотрите-ка, просто мультика не было. Дыхание смерти. Давайте посмотрим, что здесь нам скажут. Или нам то же самое скажут. А нет, все-таки что-то другое. 10 долгих лет минуло после первых великих войн, а Нивендар так и не восстал из пучины хаоса и разорения. Император Демосфен, преисполненный скорбью о потере жены своего единственного возлюбленного сына Утера, удалился от мира в свой замок. По стране поползли слухи, что истинным правителем империи стал Хьюбер де Лейли, вершивший свои дела, прикрываясь именем убитого горем императора. Подобно падальщику, этот человек обратил себе на пользу страшное несчастье, поразившее Демосфена. Несмотря на его заверение, что Нивендар процветает, только слепой не видел, насколько глубоко проникли всюду, благодаря Хьюберту, порок и разложение. Справедливость стала роскошью, доступной лишь немногим. Хьюберт, погрязший в пирах и оргиях, оплачиваемых из казны, вел империю к гибели. Посреди всеобщего упадка страшные проказы расползались по истерзанной стране, всевозможные секты и лжепророки.
Эрхок Темная, старшая жрица культа смерти, захватила земли баронов Аминирских, и если ее не остановить, то могут погибнуть и Империя, и сам Всевышний. Первая цель у нас, естественно, это уничтожить Эрхок Темную. Интересно, кто она такая вообще? Так, видите имя своего первого героя? Давайте оставим как есть. Жрец Империи. Что ж, вот он наш первый герой, первый замок. Давайте посмотрим, что можно купить, что вообще у нас имеется в комплекте. В комплекте у нас два сквайра, хил и маг. Так, забираем хил, ставим хилы, воскрешалку. Блин, сквайр, сквайр, это, конечно, хорошо. Можно либо в охотника превратить, либо в рыцаря. Рыцарь у нас 50 повреждений, и вот тело 50. Здесь у нас 50-50, точность 8, но разум, иммунитет к разуму. 140 хп и 150 хп. Пум-пум-пум. Ну да, конечно же, лучше взять охотника на ведьм. Так. Конечно же, нам нужно подумать, кого бы взять. Послушницу. Можно потом быстро раскачаться. Сквайр. Блин, трех сквайров, конечно, было бы круто взять. Но еще лучше взять лучника. Нет, ладно, не будем брать лучника. Возьмем просто сквайра. Возьмем то, что нам дают. Так, и денег у нас, к сожалению, нет больше. Что за отстой здесь имеется? Крестьяне, разбойники. Гоблины. Ставим автобой, потому что здесь нет смысла что-то тормозить. Дубовый эликсир есть. 300 голды. Ладно. Потом купим. Берегитесь, грядет адский огонь. Адский огонь, это да. Гоблины, лучники. Давайте убьем вначале этих гоблинов, а потом пойдем уже на замок. Еще два опыта. Ну то, да, не то не все, конечно. Где наш маг? Берем обычного мага, потому что он больше хилит. Не думаю то, что здесь будет массовый удар какой-то сильный. Забираем замок. Так, вначале, конечно, убиваем лучника, чтобы он не бил нашего мага, хила. Все, отлично. Крестьянин, да, благодарит нас за то, что мы спасли город. Что у нас тут? Давай вначале полечимся, потом дойдем до разбойника. 250 голды, что, сколько нужно? 200, отлично. Покупаем. О, кстати, больно. Это реально больно. Так, давайте. Ты в блок. Тебе минус. А ты тоже сходил? Не помню. Да, значит, сходил. Блин, серьезно, промах. Ладно, не страшно. Опять инициатива, ладно, убиваем. Потому что все равно он нас ударит.
Гоблины. Где гоблины? Так, ладно. Сколько? 200 голды? Тут есть сундучок. Так, берем его. Ой, орк. Ловушка. Наша попалась ваша. Не перейти горы. Не железо совсем уже. Хм. Да. Так, гоблин, орк. И гоблин. Вот, кстати, вот тот неловкий момент, когда лучше, конечно, иметь одного лучника, ну, или двух лучников. Потом уже нападать. Так. Блок, блок. Ты убьешь? Должен убить. И по тебе ударят, нет? Ну, кстати, это хорошо, что не по главному герою, тогда его просто ставим блок. И убиваем. Здесь тоже ставим блок. Ой. Этого хилим. Как он ударяешь? Где-то 30, да? Серьезно, чувак. Ну как так-то? 28. 20. Мне надо 4 удара. А, будет только его бить. Блок! Так надо было одного гоблина ставить в живых. Вот этого, например. Ладно, плевать. Итак, победили. Хил. Сколько хп еще опыта надо? 40. Еще 40 опыта. Слишком много. Жалко. Так, нам надо бы... Тридцать, триста, так. С башни магии. Гильдия башни магии, 150. Забираем ее. И надо бы вспомнить, сколько нужно для рыцаря. Для рыцаря. Живой доспех, 400 маны. Ё-моё, нифига себе, так много. Ну, окей. Драгоценность. Два гоблина лучника. И что такое, отстой. Макс Квайр. Классный сетап. Здесь можно было бы сюда напасть. Но, к сожалению, этого лучше не стоит, потому что... Хотя нет, гоблин меня не убьет. А, отлично. Наконец-то золото взял. Чую зловоние. Продвигайтесь с осторожностью. Земли, раскинувшиеся дальше, кишат адскими тварями. Так, я так понимаю, демоны. Блин, людоед. Я, конечно, с удовольствием напал бы на людоеда. К сожалению, он меня просто раскидает. Никакой блок не поможет. Так, там кто-то есть. Yes. Оп. И замок. Даже не знаю, что куда... А, смотри-ка. Демоны. Так. Сквайр, копейщик, 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 лучник, сквайр. Ну, здесь кто-то точно сдохнет. Но замок нужно брать. Там золото. Двадцать пять, пятьдесят. Нужно бить. Иначе я потеряю лучника. Ой, лучника. Инициатива, да, одинаковая. Победить тут на удачу. 20. Не, давайте я лучше отхилим. Да, я умер. Серьезно? Два раза промахнулся.
Это печаль. Это фейл, но я бы на самом деле сказал, а не печаль. Это два раза, блин, не повезти. Бывает и такое, конечно. В этом вся наша игра. Зараза, как он ударил-то его, а? Промах. Замечательно. Блин. 25. 50. Ну, по-любому его убьют. Давайте лучше спасать Сквайра. Он первый сходил. Это собака. Уровень? Нет? Даже уровень не взял. Сорок четыре. Сколько нужно для храма? 300? Кстати, там я вижу рынок. Так, сколько? 50 голды, отлично. Лечим. Блин. Кстати, ладно, давайте потратим. Надо как можно скорее лечить. Кстати, можно еще продать. Эту драгоценность. Получить за это деньги. А сколько нужно для улучшения? 150 голды. Так, ждем, лечимся и идем дальше. Да, конечно, я потерял много войск, но зато взял город. Может, не радовать. 100 голды. И сколько много хилов-то, а? Интересно, вор справится, если я его куплю? Максиктант. Тут, конечно, на самом деле печально, в том смысле, что я не смогу его убить. Гоблины. Гоблины, кстати. Гоблины — это то место, где я смогу отхилиться. Нас повреждений. Инициатива 30. Ладно, ставим блок. Это, конечно, будет очень нудная вещь. По 20. Это будет по 10, да? Я даже не знаю, наверное, было бы легче в замке сидеть. Ну, такой фигню страдать. Промах, отлично просто.
самом деле я терпеть не могу, когда я занимаюсь такой фигней. Но выбор на самом деле здесь не очень большой. Если я так не сделаю, на меня там демоны скоро нападут. Это понимаю. Плюс тратить еще один ход на эту фигню тоже не особо хочется. На ожидание хила 4. Блин, орк. Орк больно бьет. Там лучника я сразу вынесу. Yes? Блин. Yes. Смотрим, конечно. Может ли город отбить эту территорию? Если нет, поставим. Ага, смог. Еще плюс здесь поставим. 150 голды, и тогда у нас будет намного больше ресурсов. Так, корк. Кстати, гильдию. Гильдию я могу купить или нет? Голды. Ладно, покупаем. И вор. Вор у нас стоит 200. На следующий ход можно будет начинать воровать. Блин, не туда. Не туда. Так, здесь плевать. Убиваем на всякий случай. И он бьет... Нет, не центрального. Так даже лучше. Серьезно, он опять начинает. Ну ладно. Сейчас мы тебя порешаем. Отлично. Уровень возьмут. Еще 7 опыта. 7 опыта, кстати, сюда можно напасть. Я думаю, там 7 опыта точно получу. Хотя, 7 опыта каждому. Ого, уже летят. Уже летят. Вор. Твою дивизию, ты... Нифига, они так больно бьют. Успокоиться. Самое главное успокоиться. 35. И как так-то? На самом деле плевать, надо бы хотя бы героя лечить. Украл. Вообще супер повезло. Так, а я магию не купил. Блин, мне деньги еще нужны, конечно. Намного больше денег нужно. Пера. А вот и танцкролл. Я так понимаю, нам надо сюда добраться. Блин. Город. Город не захватят. Я знаю, что надо сделать. Горение 600 очков. Yes. И... 50 голды я потрачу, конечно. Но не страшно, зато я буду в замке сидеть.
Да, конечно, тут жестко. Ага. Демоны, демоны летят. Интересно, что у них тут за армия? Там печально то, что я даже не смогу посмотреть, что там. Многие крестьяне предупреждали нас о крепости Оскола. Остерегайтесь, милорд. Поговаривают, что там обитает неприкасаемая душа. Что такое? А, вот. Статуя империи. Так, как бы мне теперь этих демонов-то убить? Ну все, каюк. Yes. Баал. Я так понимаю, это он не главарь. Блин, ладно, берем эликсир. Да, это, конечно, тут говно, но это второго уровня, чувак. Так что в любом случае, хорошо, что я выпил. Серьезно? Взять и промахнуться? Я еще эликсир потратил, он сбежал. И еще давай ты сбеги, блин. Ох ты черт, как так-то? Ладно, у меня есть ускорение. Добегаем и добиваем. И я опять не смог его добить. А нет, мне на это раз повезло, конечно. Второй уровень есть. Маги молнии, нифига себе тут. Привалило. Это вообще супер. Точность. Ага, он еще здесь побывал. У нас вор. Нифига себе, там тоже кто-то есть. Так, он... Знание дорог. Да, берем знание дорог. Плевать, что там, нападаем. Отлично, говно какое-то. Он, скорее всего, будет отступать, поэтому бьем всеми возможными силами. Да, здесь бы, конечно, инициативу поднять. Еще лучника иметь. Есть, добил. Не свалил так. Что ж мне так не везет-то? Промах, 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 промах. Не знаю, что это за фигня какая-то. Проклятие. Против демон на меня наложил. Ой, стоять. Блин, серьезно. Ладно, плевать. Там сам тупой. О, замок построил. Это совсем печально. Yes. Опыт. Ой, артефакт, круто. Артефакт я люблю. Теперь он пошел на мою территорию, надо как-то отбить это дело. Лучник, лучник. Давайте еще возьмем еще одного лучника и двоих, блин, двоих сквайров. Да, двоих сквайров, короче, берем. Давайте на хил. Самое главное отбить.
Это говно, кто ж на меня бежит. И в первую очередь, конечно, выносим вот это вот говно. Иначе она нас отбежит. Есть, все. Автобой. Что у нас еще здесь имеется? Всех убьем. На самом деле, в любом случае, вот эта штука очень сложно уничтожить. Жрец император отправил. А, император отравили. Эрх подослал подонка в числа знатных императоров из знати. Император выжил, он скоро отойдет в мирной. Если мы не найдем противоядие от ее зелья... Кстати, интересно, это время, что ли, какое-то? Ох ты, черт, еще бьет меня. Это пускай он прокачается. Я думаю, это будет полезно. Зараза, смотрите, что он творит. Ну, это логично было на самом деле. Еще эликсир, и теперь давайте отбивать эти точки. Так, а сколько нужно голды, чтобы 500? Так, на всякий случай здесь строим защиту, чтобы случайно нас опять не захватили. И проверим, что находится у нас на этой территории. Так, здесь у нас тупик уже. Кстати, надо будет забрать у них все ресурсы, чтобы он не мог их строить, не мог войска строить. И я, наверное, этого чувака оставлю возле замка, пускай стоит и думает. Так, два лучника, плевать, убиваем. А ты стрелял? Нет, ты не стрелял. Смерть, тебе тоже смерть, и тебе смерть. На 40. 50, 50 и добить. Не, давай-ка сюда подлечим. Первоосновление. Кстати, маны. Маны у нас пока еще не хватает. Давай копейщика бьет. Они намного интересней. Офигеть, конечно, эта армия вышла. Мне с ними делать? Откуда у тебя такая фигня лежит? Почему я сразу не заметил этого? Я честно говоря, даже не знаю, что сделать-то. 25 плюс 65 это максимум, я нанесу урона. Блин, даже добить не смог, а? Ну что за слабые выстрелы? Если честно, даже главным героем ты не знаю, как его убить. Это единственный вариант. Опять-таки взять следопыта, лучника, сквайра. Еще одна сквайра. А, мне денег нет. И вот таким образом нападать и добить потом вторым героем. Так,
отлично, я смог блок поставить. Вот урод, первый выстрелил. Ладно, лови патрону, еще удар и промах. Промах и попал. Ну что ж, давайте пробовать добить. Значит, первого ударим тебя. Лечимся. И добьет. Кого из них добьет? А почему? А, он убегает. Серьезно. И он убежал. Ладно, я не дам ему этого сделать. Я воспользуюсь магией. Атака! Нет, тварь, ты больше не убежишь. А нет, может убежать. Я думал, еще раз, второй раз промахнется, будет вообще жесть. Ну что ж, я отомстил за героя. Теперь надо будет быстренько забрать все эти ресурсы, которые здесь есть, чтобы он больше никого не смог построить. Денег нифига нет на самом деле. Так, это что у нас? Храм Эрхок. Ё-ма, да она сильная, кстати. На нее надо несколько. Даже доспехов надо будет вызвать, потому что иначе я его не смогу выиграть. Этот замок захватить. Единственный вариант, надо побегать по территории. Может быть, что-то я еще найду полезного. Сорок пять урона наносит. Сколько тебе до третьего? Ох ты, ё-моё, еще так много опыта. Деньги нужны, очень сильно деньги нужны, конечно. Милорд, звезды говорят мне, что грядет наш спаситель, и он будет королевской крови. Плевать, кто там грядет. Забираем все, что здесь имеется. Дальше. И надо было еще вот эту штуку забрать. Не будь столь самоуверен. Помоги. Помни, смерть моя госпожа. Я служу ей. Уничтожу вас, если осталось разум. Уходите. По добру, по здорову. Ты, конечно, я ухожу. Я еще дурак, что ли, нападать на тебя? Гаргулья, серьезно. Да, это будет больно. Интересно, я выживу? Да, мне повезло, конечно. Я выжил. Добиваем. Опыт. Опыт тоже еще не скоро появится. Топнул, блин, ладошкой. А я свалил. Он все равно меня добьет. Да, он меня добил. Ну а вдруг он промахнется? Нет, не промахнулся. Жаль, конечно, жаль. Так. Крестьянин, серьезно? Что за крестьяне такие здесь охраняют этот замок? Интересно, нам какие-то здесь ресурсы дадут или нет? А копейщик Юберт Лели, советник императора, часто бывал в этом городе. Почему не заступились он за это, за нас против Эрхак? Боюсь, император забыл об этих землях. О, нифига себе, тут тоже что-то есть. Вот вопрос, да? Куда здесь дальше?
Ладно, Архангел, давай сюда. Кстати, интересно, а почему компьютер не захватил этот город? Он же легко мог это сделать. Разбойники всякие разные. Без потерь, все, без потерь, отлично. И, конечно, так бегать, всякое говно собирать не особо хочется, но выбор не особо большой. Так, русалки. Русалки лучше обходить. Нападут, еще съедят меня. Еще один архангел. Вперед сюда. Пока компьютер купит и ничего не делает. Так. Иначе начнет потом раскидывать магию всякую. Да, яд будет работать только в путь. Два удара. Не, давайте в первую очередь, конечно, его убивать. Кстати, надо было блок поставить. Ладно, добиваем. И тебя тоже. Так, яд все сбросился. Лечим. Да, не люблю, конечно, с этим чуваком сражаться, потому что он постоянно яд кидает. Бегом в замок лечиться. Ах ты, зараза, как он быстро добежал-то. Не успел я этого сделать, конечно. Ладно, сейчас. Ах. Это меня бесит, когда он выбегает. Я, конечно, хотел там купить кого-нибудь, но не успел. Я думал, еще ход мне точно есть. Он сейчас нападет на Архангела, но пускай нападает. Два мага? Серьезно? Так. Yes. Маг. Здесь на самом деле опасность именно в этих двух магах. Теперь у нас есть проход к ним, и мы можем добить. Он, скорее всего, убежит. Ну плевать, попробуем его убить. Есть, добил. Все, надеюсь, это последние враги из этого замка. Сейчас обратно захватим, и все будет нормально. И он на него нападет? Нет? Нет, не напал. Отлично. Ну, тут всякий отстой. Хотя этот отстой мог меня убить, конечно. На всякий случай ставим золото, мало ли он опять сюда припрется. Кстати, мне архангелы тоже сейчас больше не нужны будут. Поэтому давай беги, посмотрим, что здесь есть. Хоть сэкономлю ману. Конечно, на самом деле, я зря сюда напал.
Проверим, на кого он из них атакует. Есть, я добил без проблем. Я боялся то, что я умру, конечно. Ох, каменное кольцо. Так, ну это, если правильно понимаю, это не артефакт, это для продажи. А минерина? Я, честно говоря, не знаю, для чего она нужна. Скорее всего, только для продажи. Да... Ой, я уже испугался, что он опять пошел на захват. А, он пошел ломать. А, это говно. Все, мы захватываем без проблем. Есть топот. И сейчас добьем его. Атак! Это нам интересно, нам нужно самый главный артефакт взять. И здесь мы берем следопыта. Лучник. Фаер. И послушница. Пускай защищает город. И давайте еще улучшим. Чтобы перехватывать территорию. Да и защита побольше будет у этого города. Yes. Можно добивать. Еще один уровень. 300 голды и сапоги. Ох ты, ёпр, серьезно, сапоги скорости. Это хорошо. А я не могу носить сапоги. Хе-хе. Это плохо. Так, чуть раненый, но не страшно. Так, давай тебя первым убьем. П26 опыта. Так, блин, с этим надо будет помучиться. Интересно, что у нас там есть за этим замком? Ух ты, ё, просто с ядом еще. Блока, естественно. Тут вопрос, конечно, кого лечить. 50, 25 по-любому убьет. Где-то 30 плюс. Ну, есть шанс, то, что я выживу. А, все, все хорошо. Нифига себе, у меня инициатива больше было. А, это он просто уже ударил. Вообще круто получилось. Повезло то, что на самом деле, то, что я не промахнулся. Благодарю, что вернули нам свободу. Найти, а, не найти бы правого суда, пока не пришли вы. Вы все покорились Эрхок, нам пришлось ей служить. Ну понятно, в общем. Это что такое? Вулфа? Интересно, он какого уровня? Первый из Ичоко. Ну ладно, хоть поразведуешь. Беги в этот город и охраняй его. Бестолочь, так.
Замок я и так захватил, так что мне теперь нафиг не нужен. Кстати, можно было улучшить замок, а потом уже бежать дальше. Ладно, полечим, как есть. Надеюсь, здесь нет ничего страшного. Ой, тут гномик большой. Действительно ничего страшного. Так, автобой. 150 голды и сфера грома. Говно. Кстати, наверное, зря я магию делаю. Надо было бы купить что-нибудь на защиту. Блин, серьезно, промахнулся. Как ты посмел? Ох ты, ё-моё. 25. Да, похоже, я тело потерял. Нет, всё-таки повезло. Ох, как же мне больно тут досталось. Интересно, ради чего? Так, и насчет магии. Да, сюда. Восстанавливаем ХП, открываем участок, защита отряда от первого боя. Основной ванной на магии земли. Кстати. Так, на магии воздуха увеличит инициативу. Вот инициатива — это хорошо. Кстати, надо вора пустить. Yes. И это все, что мне дали? Yes. What you want? Давай посмотрим, как ты готов. И проверим, кто сильней. Конечно, немного нечестно будет, но тем не менее. 30-25. Я нанесу 29 урона. 28. Так что здесь добиваем героя. Получаем по морде. И ставим блок. Тут уже дело техники, так сказать. Кто быстрее. Кстати, у него все равно есть шанс того, что он сможет победить. 14, сколько ты наносишь урона? 25. Ладно, доиграем как есть. Не хочу я тут случайных поражений. Теперь вор, иди сюда. Yes. Лечимся. Нифига мне, кстати, демонической магии сколько много. Так, что у нас за магия? Рух и нас урона. Конечно, мы берем рух. Нет, не получаем. Мы ничего здесь не берем. Блин, русалка, конечно, будет больно бить. На всякий случай полечим. Yes. Кстати, там еще один сокровище. Ну, нам еще голды не надо, так что нафиг это. Не страдать. Да блин, серьезно.
Она же массовая, да? Да, массовая. Иммунитет. Это, конечно, мне круто повезло. Как повезло. Конечно, это круто иметь иммунитет к разуму, чем иметь... Что там, у него ХП больше получается. Ну, прикольно то, что она промахивается по герою. Есть, наконец-то, третий уровень. Это максимум, нет? Да, максимум на этом уровне. Так, лидерство. Почему ваши потуги одолеть меня? Твоя судьба давно предрешена. Прислужник Всевышнего, ха-ха-ха. Знамя, знамя я не могу носить, если правильно помню. Да. Хотя, что у нас дает это знамя? 10. Блин, кстати, прикольно знамя. Можно было бы, конечно, взять именно это, а не лидерство. Но лидерство нам тоже нужно. На будущих миссиях. Так. Ну, здесь я навряд ли на ком-то еще подниму уровень, поэтому... А, кстати, как вариант, здесь бегай. Драгоценность. Заберу что-нибудь еще. Ну что ж, забираем все, что тут валяется. И надеемся, что ворд может еще что-то сделать. I'm ready. Так, сколько у нас защиты? Демон. Я вот не помню, сколько у нас Эрхог темно наносит урона. Так, чувак, ты куда полетел? Только вернись. Да, откуда вышел? И не знаю, в тобой есть. Да, есть смысл ставить автобой. Двое сбежали, да? Сбежал. Давайте всех сюда притянем. Будет нашим мясом. Он все равно бегает, а? А, кстати, самое главное-то я не сделал. Охо, нифига себе, он даже кого-то убил. Бестолочи, блин. Ничего не могу сделать нормального. Да, зелень заполняет эту территорию. Интересно, я рух на этот раз могу украсть? Да. Есть рух. 5 минут. Честно. И покупаем лучника.
Так, где наш живой доспех? О, чем ты бьешь? От типа атаки смерть, повреждение 50, то всем, да? Да, количество целей. Я стойкость, огонь, вода, воздух, земля. Ты на ну тут плевать. Хм, быстро. Кстати, сколько у него опыта? Самое главное их не прокачать. Сквайр, сквайр. Мне, конечно, не он нужен здесь. Нам не надо здесь тех лучников, чтобы убить вот это говно. А я и так убил. Блин, ладно, давай так убьем. Так, увеличим инициативу. А что мы еще можем здесь? Лечим повреждение отряда. Так, больше здесь ничего полезного нет. Точность. Все остальное нам не нужно. Конечно, в первую очередь убиваем этого монстра как можно быстрее. Серьезно, промах. И последний удар капитана. Готово. 120 опыта. Город наш. Так, когда Эрхак улетала из своей рубящей башни, она крикнула: «Мы сейчас с вами встретимся, псы». Среди развалин было найдено противоядие, которое немедленно отправили девосмотру. Победа! Миссия успешно пройдена. Эрхок темная умерла, и культ смерти был уничтожен. Сама же она скрылась в своей башне, когда та превратилась в руины. Для императора Демосфена было приготовлено противоядие, но оно не смогло вывести его из безмолвия. Он все так же оставался в уединении, жалкий и мрачный, ослабленный предательскими нападками на свою царственную персону. Ну что ж, на этом можно серию заканчивать. Всем спасибо, кто ее посмотрел. Ну и до встречи. Сейчас, подождите секунду, мы заберем тут вещи, которые можно взять. Естественно, 0 золота. Не знаю, для чего это нужно. Забираем все, что ценное. Ценное у нас... Каменное кольцо. Я не знаю, зачем эта штука. Продолжить. Да, понимаю это. Ладно, на этом все. Всем спасибо и до встречи.